Здравствуйте, уважаемый любитель ножей и зритель нашего видеоканала. Много у вас времени нет нему. Суть видео какая? Я вам сейчас покажу. У нас иногда какие-то вещи, которые у нас в относительном дефиците, ну, мало мы их производим, не буду объяснять причину. Ну, причина в том, что квалифицированных мастеров, которые это делают, их не так-то много, а заказов у них много, да. Иногда бывает, что вот то, что обычно люди ждут долго, оно есть в наличии, да. Вот сейчас, например, у нас, вот, пожалуйста, есть 4 немецких пехотных ножа или окопных ножа, как угодно можно говорить. Вот они. Значит, я вам сейчас все вместе покажу сначала. То есть, для тех, кто не знает, этот нож скопирован вплоть до рукояти. Там у оригинала даже рукоять ореховая была. Можете посмотреть в каталогах. И это именно тот нож, который без гарды. Вообще, он, это классный туристический нож. Такое оружием по современному стандарту не является, потому как вот здесь вот вообще нету ничего практически, прямо чуть-чуть. Но тем не менее штука очень востребованная теперь в наше непростое время. Кстати, на СВО, кто собирается, вещь незаменимая. В свое время это изобрели немцы. Ну, дело в том, что немцы знали толк в ножах и различном холодном оружии. Данный нож, понятно, не холодное оружие, но он был... Почему он был такой популярностью? Потому что у него, в отличие от ножа с гардой, есть очень много преимуществ. Он скрытого ношения, он ни за что не цепляется при мгновенном извлечении. Вообще, это сейчас штука, будем считать, мирная. Ну и давайте я вам каждый покажу. Они все равно ручная работа, и все равно немножко все отличаются. Хочу обратить внимание, вот гарда это не приварена, не приклепана. Он фрезерованный из куска, ребята. Из куска. Сталь У8 здесь. То есть, понятно, она там будет темнеть, понятно она. Но мы задачу делали оригинал. Теперь смотрите, вот этот обух, он полукруглый. Здесь идет фасочка, да? Здесь тупье. Тупье такое большое, потому что на оригинале такое. Вот он, орешек. Здесь такие вот фасочки. В руке удобный, практичный. Да? Вот такой. Смотрим, да? Раз. Следующий. Вот этот нож, он тоньше, чем обычно получился. Но я вам точно могу сказать, кроме плюсов, я здесь ничего не вижу. Обычно такой толщиной не делаем. Ну вот, сделали. Видите, да? То есть вот если по, ну, по закову сравним. Смотрите, вот здесь заков толщина, да, и здесь. То есть он порядка там, я не знаю, 2 с чем-то миллиметра. Но вот это у него, он еще более это, на самом деле. Хорошая, проникающая у него способность. Вот здесь тоже. Рукояточки вручную. Чуть-чуть они отличаются, но они очень функциональны. Вот этот нож от этих отличается, что у него вот эта вот боковая гарда, он как бы идет на конус, у него бокового выступа вообще практически нет. Но вот при таком хвате, когда вы палец вот сюда кладете, это даже удобнее. Ну, здесь, скажем так, уже кому чего. То есть вот такие вот 4 ножичка. Вот я считаю, как ни странно, несмотря на то, что это немецкое изобретение времен Второй мировой войны, сейчас очень востребовано, и очень актуально, и очень современно. И вот этот вот немецкий минимализм, он всегда вот, вот ничего лишнего, ничего. Нож удобной формы, колбаску порезать,
рыбку почистить. Да и в принципе, и как, скажем, при основу ножа в зоне СВО цены ему нет. Если есть желание, заказывайте. В наличии есть. Ну, в данном случае вот 4 ножичка. Остальные будут под заказ, если вдруг. А так какой-то из них понравился. Вот они лежат в таком порядке. Вот, посмотрите. Так, значит, принципиально отличаются вот у этого гарда. Вот такая, ну, более плоская. Значит, это стандартный. Это такой стандартный. Эти вот два прямо вот здорово похож. И вот этот тонкий. Видите, да? Так что, ну, соответственно, он в единичном экземпляре. Так что, если есть желание, берите, и вам понравится.